ходе выездного четверга особое внимание вице-губернатор уделил развитию инфраструктуры, строящуюся больницу, недавно появившуюся местную котельную и не только. А на одном из объектов, признанным долгостроем, вице-губернатор пообщался с дольщиками и даже пригрозил увольнением председателю городского комитета по строительству Михаилу Демиденко. Обо всем подробнее Александр Бриус. Куратор объекта кто? Все это время вы? Так точно. Выговор. Выездной четверг Игоря Албина в Колпинском районе начался со стройплощадки 33-й городской больницы. Там должен был появиться новый лечебно-диагностический корпус, но сроки его сдачи несколько раз переносились из-за банкротства фирмы-застройщика. После строгих указаний вице-губернатора ускориться озвучена крайняя дата – 2017 год. Готовы? Держим, хорошо. Две секунды. Образец для подражания. Запуск котельной, который обеспечит теплом новый жилой район. 10 домов, более 3000 человек напрямую будут зависеть от работы станции. Ее возвели всего за 4 месяца, но мощности должно хватить на десятилетия вперед. После возложения цветов у памятной стелы «Город воинской славы» Игорь Албин решил отклониться от запланированного маршрута и вспомнил свой прошлый визит, когда водоканал обещал отремонтировать фонтан в сквере у кинотеатра «Подвиг». К сожалению, водоканал обещания не выполнил. Сегодня это будет предметом рассуждения или обсуждение на совещании по итогам объезда Колпинского района. Плохо. Обманывать нехорошо. Встреча с дольщиками одного из долгостроев затянулась минут на 20. Вице-губернатору рассказали, что ключи от квартир жильцы ждут уже больше 10 лет. В ответ на просьбы о помощи Игорь Албин обещал, что председатель городского комитета по строительству напишет заявление по собственному желанию, если объект не сдадут к 1 декабря. Но жители требуют увольнения по статье. Что это за наказание? Да они плясать будут, уйдя. И работают ведь с хорошей зарплатой наверняка. Плясать они будут на сковородке в аду, если не выполнят обещание. После инспектирования Колпинского района на автомобиле Игорь Албин продолжил осмотр с воздуха 17 проблемных объектов, в числе которых уже строящиеся и только запланированные дорожные развязки, следственный изолятор Кресты-2, который должен быть запущен в октябре, а также железнодорожные переезды в Петрославянке и Колпино. Их осенью из-за увеличения потока скоростных сапсанов планируют закрывать на 18 и 14 часов соответственно. В ближайшее время там могут появиться путепроводы. А итоги своего визита вице-губернатор подвел на совещании в районной администрации, где состоялся серьезный разговор. Александр Бриус, Дмитрий Гринчак и Владимир Клипачев. Новости, телеканал Санкт-Петербург.